И всем привет, это Альвинос, новая серия Forever Studying, что произошло с тех пор. В общем, наготовил я кожи, много кожи. Готовил я ее с помощью рыбалки, вот 31 штука, 31 рыба была выловлена, да. Так, хотел показать, конечно, хотя все знают, что такое рыбалка. Но на всякий случай, чтобы не говорили, чтобы там чего-то. Так вот, берем палочки. Других что-то удочек я не нашел, кроме там дорогих, которые мне пока мест не по зубам. Вот, делаем удочку. И там и сюда и скидываем. Так, чуть разобрал свои ящики. Тут сложился семена. Тут все, что можно поесть. Кстати, завел кроликов. Кролик это не ценный мех. Ну и 3-4 килограмма диетического мяса. Так, тут у меня все, что с животными, тут растительности, как видите, очень много. И да, кстати, так, нафармил, ой, немножко ресурсов, так, тут их не видно. Как видите, сделал, иди сюда. Так, сделал себе тут не очень сграбно такую фармилку мобов, тут я их подзываю. Спускаюсь сюда, особенно бывает, когда кровавая луна, и вот тут их убиваю. И то есть мясо у меня сейчас, мама, не горюй. Вот, вот сколько мяса, немножко вот одежку насобирал, старую я уже снял, отхожу в обносках с зомби набранных. Так, дальше, что еще? Это я показывал, сделал улей, благодаря. Так, померла, померла. Так, и когда она умирает, нам делать надо следующее. Берем Royal Jelly, который больше никак не используется, как только воскресить. Ну да, воскресить старую, кормим эту пчелочку и получаем мед. Соты, вот, соты и мед. Они потом у нас пойдут на другие цели. И оказывается, арбузы можно дольками собирать. Нажимаем правую кнопку, и они забираются. Вот, и из арбузов можно делать сок. То есть, вот, я понаделал всяких соков. Они, как видите, уже их попил, так что не особенно они сейчас ценные. Так, это... Не понял, только что собрал. Вот, и у меня наступила, я так понимаю, осень, поэтому все ванильные культуры погибли, остались только вот эти вот растут только эти палмовские, как это называется, культуры, поэтому приходится собирать их. Ну, для демонстрации, конечно, сейчас нифига себе, арбузы растут. Я тут скоро буду этим самым монстром по культуре. Так, это мы все скидываем, скидываем, но, к счастью, все влезло. Так, где у нас семена? Допустим, берем вот сиды. Они тут были. Вот, садим, и они скоро сдохнут. Правда, если у меня уже не наступила весна. Так, тут сделал систему по изготовлению, кстати. И она еще, уже не ту. Так, по изготовлению можно сделал пару автоизготовления. Так, ты убирайся. Давай вот это скидывай. Как делается? Тут стоит нода, она забирает из ящика эти самые саплинги, поступает вот сюда в ящик. Из ящика забирается, поступает сюда. Видите, 2,64 уже понасобирал земли, по чуть-чуть озеленять буду. Вода, ну то же самое, сюда кидаем, ставим item ноду, она забирает в ящик там растения или еще чего-то, превращает в воду. Тут стоит transfer нода liquid и отправляет в бочку. Так, у меня еще есть что отправить. Так, дальше ферма, не ферма, изготовление лавы. Тоже сюда камни, тут айтем, тут ликвид нода. И, в общем, по кругу носится. Тут у меня изготовление обсидиана. Ну, я уже показывал, берем ведро, льем сюда наверху лава, получаем обсидиан. Это генератор каблы. Вот.
который был там, я перенес сюда. Мне надо гравий иногда, кабла. Это автопереплавка ресурсов. Поскольку у меня лава сейчас не ограничена, берем лаву, скидываем сюда, лава горит, и нам пережаривают ресурсы. Я, в общем, все, что у меня было, пережарил. Вот, тут item нота, тут обыкновенная furnace, хотя можно сделать, вот это уже можно сделать железную. Хотя, не знаю, будет ли железная так, вроде железная работает более экономно. Ой, у нас тут захолодно. Так, вот этот вот набрал, как видите, Trist Quencher. Ну, в общем, эта штука набрала воды. Но для этого, чтобы она автоматически там что-то делала, нам надо еще и RF-энергия. Вот. Сделал Golden Lasso рецепт. Вот он. Плюс 8 XP. Experience у меня было. Так, что я не таскаю с собой. Вот Golden Lasso, и оно у меня помогло выловить зайцев. Кроликов, кстати. Насчет кроликов. Так, 5 морковок. Маловато. Берем морковки. Так, блин, арбузы растут. Что с ними стало? Может, весна пришла? Одесс. Ага, вот, видите? Исчезло, что ли, да? Ну, вот сами видите, семена, они просто на все пропали. Они высыхают и исчезают. Так что вот такие пироги у меня сейчас нету. Ванильные растения не растут, ну, за исключением этих самых. А тут посадил снады. Вот, теперь у меня этот самый тростник растет, мама, не горюй. Вот, и добро пожаловать к зайцам. Сделал бы двойной забор, потому что они любят очень очень выскакивать. О, уже один выскочил. Как ты тут оказался? Заяц, иди сюда. А его за ним угнаться? Так это... Ага, поймал. Вот, в общем, они такие наглые. Ну, кыш, не удрал никто. Вот вам морковка, зайцы. Я не знаю, кого я тут кормлю, ну, в общем, они пускай едят. Тут я чуть-чуть хотел заняться селекцией, вон там вот вода у меня, но я смотрю, тут зайцам очень нравится прятаться. Так, кто еще не поел? Давайте все жрите и плодите и размножайтесь. Вот, ну, понятно, с кролики. Я их, конечно... Кролик, иди отсюда! Иди отсюда! Ты, малой, то убью. Все, снятим. Вот, то есть с ними проблема, что они могут убрать. Не убрать, а удрать. Так, дальше. Тут вот, видите, площадка, на которой я хочу сделать... Так, хочу сделать, но мне могут нечаянно кто-то заспавниться. Тут у меня очень офигенно быстро растут вот эти вот растения благодаря этому снаду, песку специальному. О, овощи выросли. Так. И, наверное, внимательные успели заметить, что у меня поменялось небо. Так, это мы сюда. Так, воды нету, да? Ладно, вот, поменялось небо, и теперь мы явно понимаем, где мы оказались. Судя по тому, как это все выглядит, смотрите, тут у нас Земля, тут у нас Луна, значит, мы где-то в каком-то неизвестном человеческом... неизвестном человечеству планете. И, судя по всему, это, наверное, где-то находится черная где, в общем. Вот, эй, дорогой, сюда. Да. Вот, они идут сюда и друг друга начинают толкать, попадают в этот жёлоб, особенно когда кровавая луна, они их тут тонны, и они мне все падают оттуда.
Так, давай, толкай, еще один, давай, третий. Третий. Вот. Давайте, толкайтесь. Вот, ну один попался, его сможем загубить. Я тут я забраться не смогу, в общем, вот так я развился. Так. Вот, тут я где-то помер, да, под землей. Ремоут. Так, я там искал продукты. Ну что, идем дальше выполнять квестики. Так, берем кожу. Это мы, наверное, скидываем обратно. Так. Это сюда. Так, у меня что-то с водой нехорошо. Так, берем две воды, сахар. Мне надо сахар. Так, сахар, еще одну. Вот. Так, из чего-то можно сделать, по-моему, эту самую воду. А, ну, сделаем из мелона. Мелонов у нас сейчас как бы немало. Единственное, кто растет. Так, пьем. Еще одну надо выпить, да? Ну, ладно. Вот, чтобы нам плохо не было. Пудинг у нас целый-целый. Ну вот, чтобы во время серии нам ничего не мешало. Тот пудинг делается из райс, где он есть. Вот. Уатс пудинг я делал. Вот он, пудинг делается. Не, это не этот. Вот. Нет, тоже не он. Во, Maple Syrup и Уатс. Получаем вот эту вот штучку удобно. А это что такое? Сироп? Heavy Cream. Silk Toffee. Угу. Ну, надеюсь, получим. Так, значит, нам надо делать задание. Квесты. Basic Survival. Вот это я могу доделать. Rabbit Steve, естественно, получил. Meat Steve. Meat Steve, это тоже Rabbit. Так, Usage Vegetar. Я так не помню, как он делается. Meat Steve. Так, Flu. Floor. Так, любая, даже картошка пойдет, да, в этой самой ступке. Так, берем ступку, чего у нас тут много? Пшеницы. Перетираем в ступе и делаем себе флор, мука, хлор, флор, короче, муку делаем. Так, дальше юзач. Мука, сток. Сток это любая фигня вместе взятая с другой фигней. Так, в поте. Это мы, значит, типа считается, что варим. Нет. Так, ус. Так, морковка. Ага, ясно. Ну, давайте возьмем морковку. То есть в котел кидаем морковку, получаем сток, да? Потом берем этот сток сырого рыбита и мука. И получаем метистив. Так, но... Где мое задание? Complete. Еще чего-то? Ну вы, блин, Mushroom Steve. Блин, я-то думал. Mushroom. Hearty Steve. Блин, как он там пишется? Я-то думал, все. А тут нет, оказывается. Step. Step.
Стив, так, мешрум Стив. Ага, два гриба, даже одинаково придут. Так, ну, это опасное дело, так что бан, берем, где там зомби мне подарил замечательную айрон, вот эту, во. Так, извини, штука, я у тебя скоммунижу. Так, берем одну эту, возвращаем. Ты зарастешь. Так, день побольше места, где есть. Ставим вот эту штуку. Садим гриб. Так, и... Тинг-тинг. Давай, вырос так. Ашизит. Это как так-то? Вы что, издеваетесь, что ли? Я первый раз такую хрень вижу. Так, на чем тут подняться? Гравий не надо. О! На этом поднимемся. Не ожидал я такого. Первый раз вижу, чтобы такой огромный гриб вырос. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, так. Давайте, грибы, падайте. Это я решил увеличить количество грибов, чтобы нечаянно не попасть в просак. Блин, ну такой высокий. Я в Майнкрафте вообще первый раз вижу такой высокий гриб. Ну, зато запас грибов у меня сейчас будет неисчерпаемый. Так, что я хотел сделать? По пути получаем гравий. Кто-то меня спрашивал, как гравий получить. Вот, пожалуйста, бьем каблу. Молоточком получаем гравий. Так, 13 грибов. Этого вполне мне должно хватить. Так, грибы 2 оставляем. Так, где мои плошки всякие? Плошки, вот она, еще одна есть. Так, берем 2 гриба. Мошрум. Так, ваше выполнено. Херти Стив. Колдрон. Это рыбу я достану. Это достану. Флур достану. А вот как колдрон, блин. А как колдрон это делается? Ну, в принципе, недорого. Так, то. Колдрон у меня там. О, вот эти растут на прямо. Ой-ой-ой, как быстро. Так. Железо 21, меди 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, думаю, еще может для чего-то еще пригодится. Колдрон. Так, надо включать уже себе. Эту, колдрон. Колдрон. Ведро воды и кость. Кость. Есть ведро воды, это должно быть. Охапку дров и плов готов. Так. Ведро воды и... Туды, охапку дров. Лов готов. Так, это и это. Колдрон. Так, тварь, как тобой пользоваться? Я так понимаю, тебя надо на что-то горящее ставить, да? Колдрон. Так, колдрон. Круто. Так, ведро нам вернули.
У нас тут как Таункрафт, надо на что-то горячее ставить. Так, сюда лаву и сюда колдрон. Шов рецепт. Ого, 31 рецепт. Ага, только вот на чем он работает, я не понимаю. Stocket Cauldron. Клей. Ага, то есть это мы можем все пережарить. Талов, жир. Талов. А для чего талов используется? Для чего-то. Так, шов рецепт. Так, очень много рецептов он выполняет. Только как он работает, на чем? Я без понятия. Так. Это поташ, хелфая, хлор. Это получаем. Ага. Это то есть вот эту вот можем делать. Дальше. Ага. Это я видел колдрон, как ты его показывала. Как его... Так, 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 так. Бласт. Вот. Нет, не этот. Вот он. Блин, именно мушрумы. А как его рецепт получить? Как его вырастить, этот мушрум? Так. Флор у меня есть. Бекин потата есть. Печеную рыбу поймаю. Ладно, попробуем 5. О, офигеть, мне жарко. Ладно, попробуем охладиться. Хорошо. Ладно, сейчас наберу все компоненты и вернусь. Так, и пытаюсь запустить этот наш колдрон. Колдрон, колдрон. Так, один айрон. Это надо... Так, так, так. Может, он так работает? Я, честно говоря, не знаю, но проверим. Ага, так остывает. Так, попробуем. Ну, я бывший Таункрафтовец, поэтому первая мысль, которая приходит в голову, то вот такая. Так, рецепты. На чем проверить? Кактус. Кактус. Берем один кактус, ложим этот самый колдрон. Чпок. Ага, жарит. Хорошо. А может он все же и на лаве жарит, а? Слушайте, может тут ступил. Не обязательно такой вот этот более опасный. Как бы... Не обязательно надо было так делать. Так, ну, медленно жарит, но жарит. Так, что у нас там? Ну, что-то варится, парится. Давай. Ну, чуть-чуть. Так, сжарил, да? Теперь этот сбиваем. Извините, что экспериментирую в прямом эфире, но как бы я не знаю этот мод. Так, а если так сделать? И любой источник тепла. Нет, все же я был немножко прав. Ах, ты ж съел, ну ладно. Работаешь и хорошо. Так, на тебе. Так, у нас, наверное, уже там все уже готово. Лава не помешает. Так. Что там надо было? Стейк. Рыба есть. Карот. Морковка. Дальше 3 мушрума, 5 тарелок, 3 куртки замшевые. 3. Так, раз, два, три, раз, два, три. 5 тарелок. 5.
плошек 5. Так, 5 плошек, это есть и флор. Флур. Флур у нас делать из этого. Точнее, мука. Мука. Так. 5 грибов. 5. Или 3. 3. Раз, два. Так, ну ладно, попробуем загрузить эти компоненты. И может котелок нам все это сварит. Так, вот рыба и это. Надеюсь, так, рыба, это. 5 этих, рыба, картошка, морковка, мука и 3. Во, что-то делает. Что он мне может тут делать? Ой, может сварить, слушайте, а? В всяком случае, он действует. Может он сварит мне этот суп таки? Потому что что-то как-то непонятно, почему именно вот этот мушрум. Мушрум 40. 39. Ну, надеюсь, получится. Давай, жарься. Ну, дай мне то, что я хочу. Я так тебя прошу. Блин! Нет, не вышло. Обидно, досадно, да ладно. Как, где мне сейчас взять вот эти вот мушрумы? Я без понятия. Так, это мы сюда скинули. Ладно. Насчет этого подумаю. Или вы подскажете. Может, еще тем более найду. Так, это я не могу сделать. Этот пока сложно. Пошли дальше. Creating life. Cough. 8. Consume. Ну, 8. А я-то что такое? Complete. Дальше что теперь? Екзи? Да блин, что там за шумиха-то? Эй, вы! Смотрите, вызывать как надо. Эй! Эй! Нет, ты мне как раз не нужен. Давайте, падайте. Эй, я тут шумлю, давайте, идите сюда все. Эй! Давай столкни эту гору. Да. Эй! Здорово! Давайте, падайте, падайте, падайте. Все. Давайте все сюда. Так, идем вниз. И вот моя фермочка, такая мини. Жалко, конечно. Там можно повесить witches watcher и будут вообще поставить ведьмину воду. Блин, а тут же можно ведьмину воду поставить, они будут попадать и мне. Мне будет попадать всякая всячина. Так, ладно. Вот, как показал свою фермочку. Так, яйца. Значит, это мне не надо. Это из ведьмы выпало. Melon juice. Так, эти две бутылочки сюда. Это вяленое, вареное. Так, это сюда. Это можно съесть. Так, тут перебор с холодом.
Лак-баррел руками сюда. Кобблстон это. Это сюда. Извините, что в камеру делаю порядок. Ладно, это тебе сюда. И ботинки можно объединить. Потому что они не зачарованные. Так, это надо, это повесить. Это повесить. Эти сюда. Хлеб. Хлеб тоже можно сюда. Кувалда. Так, так. Вот, все, вроде бы все с порядком. Так, нас спросили там яйца, да? Create and love. Щипков. Дальше 20 яиц. Не могу сделать. Spawn ship. 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 Так, 10 letter done. Villager не могу пока мисс. Horse. 30 в это, 10 этих. Ну, еще что-нибудь потребуют. Вот, на тебе 30. Вэча Клайм. Чё? Неужто? Спам хорс. Мне ж дали чикена. Мне дали чикена, да? Дали чикена. Значит, надо сделать чикен. Сейчас вернусь. Но раз от нас требуют яйца, то делаем чикен, как я его называю, хауз. Так, ставим сюда стекло, чтобы мог открываться ящик. И было бы видно, сколько у нас там чикенсов. Так, и спавним тут чикена. Вот. Теперь ждем от него яиц. Фермочка простая. Курица сидит, выносит яйцо, яйцо падает сюда. Мы ее подбираем, кидаем в эту штуку, еще больше этих самых чикенов, больше яиц. Вот. Так, блин, как арбузы быстро растут, я их не успеваю собирать. Еды, короче, полно, а есть нечего. Так, значит, это мы... Так, это не тут. Так, 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 так. Лопату дайте сюда. Блин, опять твою ж дивизию. Опять наступает буря, да? Где он там воет? Задолбали уже. Эй, ты, друг, ходи сюда. Молодец. Оу, это с той стороны идет. Буря, мглой, ветер. Ведь горем мглою небо кроет вихри снежные крутя. То, как зверя называют, то заплачь, как бить. Так, вылазь. Ладно, короче, дальше. Что от нас требует? Complete horse. Horse-то мне на кой она нужна? Iron armor. 6 ингонтов армор. Ты-то издеваетесь, 6. Но вот тут хоть лот чест есть. Золотой, голд. Тоже нафиг не надо. Так, коу. 20 яиц. А при чем тут коу и 20 яиц? Я не понимаю. Щип. Щип. Ну, щип это хотя бы шерсть. Щип я, наверное, могу себе позволить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На complete climb ship. Ship готово. Так, ship у нас есть. Так, дальше что у нас там требует? Spam wolf. Это я где выбрал-то? Villager, rabbit, pig. Pig. 10 rotten flesh. Rotten Flash 10 наггетсов. Это золото. Опять меня тут все заносит. Вау! Вау, как тут все заносит. Ну ладно, тут мне особенно не мешает. А я куда побер?
Купер. Так, золото. На тебе, Rotten Swim Climb Detect Climb. Так, пик у нас есть. Rabbit. Кролики. Но пока я не сделаю вилледжера, мне кроликов не дадут. Они мне нафиг не нужны. Так, это что такое? Оцелот. Rough Fish. Ну, это я наловить смогу. Вульф. Коровок нет. Что тут? Нет. Вилладжер. Так, это не могу. Ков не могу, потому что яиц нету. Ё-моё, как тут все закидывает, а? Смотрите. Ой-ой-ой. А сегодня буря сложнее. Она еще из каждых сторон приходит. Так, блин. Ладно. Я пошел бороться с бурей, а с вами встретимся в следующую серию. Это был Альвинос. Было много идей, что закончить, но у меня идти сильно отвлекли. В следующей серии, наверное, буду делать ферму дерева. То... Так, ну пигов я где-нибудь тут поставлю, так 16. Вот, даже у нее гидрит там гидрит, но даже курицы, она мне не будет блокировать, хотя полублок. Хорошо, понял, все, не дурак, блокируем тебя, посмотрим. А хотя можем проверить, если эту сбить. Так, кидаем эту штуку, она принимает, да, закидывает. Ну и черт с тобой, пускай этот песок там будет. Курица, отойди отсюда. Курица не птица, это еда такая. Так, вот, все, больше тебя не завалит песком. Так, это... И что замечательно, даже сон не помогает избавиться от этого песка. Ладно, счастливо всем. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Альвинос тут борется с песчаной бурей. Она мне, надеюсь, нифига себе понанесла тут песка. Ё-моё. Семён. И там воду забило. Ну, молодец. Ух ты ж. Холдров хоть работает? Работает. Холдров. Кролики мои сейчас разбежаться могут. О, кроликов завалило. Да, ё-моё. Вот эта буря очень сильно мне тут фигней настрадала. Так, кролики. А ну что ж, блин, пернатые или кто вы тут такие. Ну хорошо, хоть траву не уничтожают, то было бы вообще. Так, ой, разбегались тут. Кролики, мать вашу, идите. Так. Куда, блин, ладно, побежал я её ловить, этих кролей, разбегались. Ох ты ж ё. Ладно, пошел порядковать свою поляну. Увидимся в следующей серии. Пока, ставьте лайк, пишите комментарии. Пока.